Эксперты предупреждают о возможности ухудшения ситуации с коронавирусом в России на фоне третьей волны пандемии на Западе. Важно этого не допустить, об этом заявил сегодня Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом. Он поручил к пятнице подготовить дополнительные меры по защите россиян от коронавируса. Михаил Мишустин еще раз призвал граждан сделать прививку от ковида. В России разработана не одна, а несколько эффективных вакцин. Они успешно применяются в нашей стране и востребованы за рубежом. Сделать прививку сегодня – это самый надежный способ защитить себя. Мы гораздо быстрее остановим распространение опасной болезни, если будем активнее вакцинироваться. Не раз об этом я говорил своим знакомым, коллегам. Невозможно предугадать, как будет протекать болезнь. Бывают очень тяжелые случаи. Те, кто заболел, уже в больнице не раз признавали, что зря не сделали вовремя прививку. И, конечно, хочется, чтобы таких историй было меньше. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам страны, и к тем, кто уже вылечился от этой инфекции, и к тем, кто не болел. Коронавирус – это опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. И они наверняка повторят вам мои слова. Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Как доложил Михаилу Мишустину глава Минздрава Михаил Мурашко, побочные эффекты, выявленные у 0,1% граждан, сделавших прививку спутником ВИ, но даже такое количество небольших осложнений обязательно фиксируется. Особое внимание уделяем вопросам безопасности вакцины и режим контроля за вакциной в гражданском обороте. Он беспрецедентный. Более 1 200 000 человек ведут дневники самонаблюдения, доступного на сайте государственных услуг. И это позволяет нам сегодня оценить профиль безопасности. Он самый высокий. И это отмечают страны во всем мире. В том числе мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по вакцине, поставляемой «Спутник Ви». И количество даже небольших осложнений мы фиксируем все, и это количество составляет менее 0,1% даже с учетом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности вместе инъекции.